Мы находимся сейчас в парке с Схваричами. Тут бесплатный зоопарк. Медведи, лошади, волки, собак много. Вот это в данный момент волки. Ну, мало чем от собак отличаются. А вот тут огромный сенбернар. Можно сказать, их извечный враг. Пофигист лежит, кайфует. Все до лампочки. Жарко ему. Отдыхает. Вход. Вот еще один вольер. Лошадки так мирно пасутся. Медвежонок вот тут был. И два огромных сенбернара. Он идет ко мне. Видимо, я близко подошел к его территории. Ну, конечно, изюминкой этого зоопарка являются медведи. Их тут больше всего. Вот похож на белого медведя. Как будто седой. Не крупные медведи. Я вот думаю, вот такой медведь килограмм 120 будет от силы. И то или будет, или нет. Ну, а здесь их вон, огромное количество. Совершенно другой забор. Аттракцион невиданной смелости. Кормление морковкой медведи с рук. Да, они сытые. И травоядные. Ну вот в том-то и дело. Нет, я имею в виду, на вас не накинуться. Так что можно не бояться. Вот этот вот медведь на доцента похож. Такой. Немножко косой. Что-то ему не нравится. Вот это уже действительно серьезный битца. Да. Вот это крупные мишки. Килограмм, наверное, по 200 будут. Такое ощущение, что если он на крышу забрался, то он и сигануть может до забора в прыжке. Но лень ему, жарко. Ну, а это уже другой вход в этот парк. Шикарное месте. Такой лес тут великолепный, с Схваричами. Сейчас к собачкам подойдем. Посмотрим. Навесов у мишек почти нету. И водоема, где бы они могли охладиться. Обыкновенные собаки, которых на улице Тбилиси полным-полно бездомных. Но вот тут они увидели меня, такой хай подняли, а? Как будто знают, что на мотоцикле езжу. Терпеть не могут мотоциклистов, велосипедистов тоже. Возмущаются. Мишка из лап собственных морковку грызет, а? Как зайка серенький, а? Морковку любит. Ну что дали, то и ест. Не капризничает. Вон, на морковке как они возбуждаются, а? Поели, а сейчас можно и любовью заняться. Не хочет. Женщина не хочет, не желает. Он ей за ушком полизал. Она сразу немножко прикайфовала. И добрее стала. Хулиган. Ну насколько крупней. Иди против такого. Выстой. Бедолага. И так, и эдак. Ничего не получается, да? Когда женщина не хочет. А у этого бармалея такие когти. Сейчас приближу. О! Это ужас. Такой вот полоснет с размаху своей лапой. И все. Сразу на фарш порежет. Шикарное место здесь. Вообще курорт с Схваричами. Умиротворенное, тихое, спокойное. Тут черные курочки сидели. А, и вот там вот в клетке тоже. Ну вот, прощаемся мы с этим парком.
чудная лошадка пасется.